Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шаститко. И мы ведем свой прямой репортаж из Братиславы. Сейчас 8 утра 1 мая. Обратите внимание, это мой, кстати, Мерседес. Чуть дальше вы видите мой дом. Парковка, да, вот это вот он, такой вот красивенький. Собственно говоря, к чему я веду этот репортаж. Вы начинаете смотреть, и я начинаю новые путевые заметки. Эти путевые заметки будут по дороге из Братиславы до Львова, но не просто так до Львова, до Львова через Словакию. То есть, если в предыдущий раз я там примерно год назад ездил по Польше, то сейчас вы увидите, как выглядит Словакия. Ну, еще я сейчас заеду здесь, заправлюсь и тому подобное, покажу цены на бензин, поедем по Братиславе, немного проедемся, плюс, что еще плюс, ну и дальше смотрите дорогу на Нитру, дорогу на Банскую Быстрицу, дорогу на Ружимборок, Попрат, Прешов и дальше через Свидник, про него тоже есть видео, там стоит танковый монумент под названием Таран, через Свидник, дальше на Польшу, на Пшемишль, и из Пшемишля я уже выеду на Львов. Все очень просто, да, как вы видите. Ну и смотрите, напоминаю, в описании к видео и в аннотациях к видео есть масса различных линков на другие мои путевые заметки, другие видео. Ну, конечно же, не забывайте подписываться на канал, так что смотрите дальше. 8 часов, напомню, утра, во сколько приедем, посмотрим. Удачи! Ну вот, буквально 2 минуты, будем считать, что это все те же 8 часов. Это у меня метро, и, как вы видите, здесь черпачная станица, ну, понятно, заправочная станция. Цена бензина составляет евро 25, это к вопросу о том, кто спрашивает все время, у вас там дорогой, дешевый бензин, вот евро 25, ну и метро, да, дальше там вот еще что-то строят. Кстати, когда я сюда приехал несколько лет назад, здесь вообще было поле, стояло метро и все, вот это единственный круг, и там дальше завод Volkswagen, а теперь здесь, как вы видите, целая индустрия продажи. Ну, в общем, сейчас мы за евро 25 заправимся и отправимся на этом бензине. Я сброшу как раз счетчик и посмотрим, какова длительность в километраже получится у меня для проезда. Вот такая вот черпачная станция метро, да. Тут, кстати, все сети, и там тот же Ашан, и тот же Теска имеют свои сети. Тут главное сейчас не попутать, с какого у меня места есть заправка. Ну, а вот так вот подъедем. А я буду заправляться дальше, и смотрите, опять же, дальше, что там есть новенького, интересненького. Продолжаем. 8.11. Как вы видите, поваленный бордюрчик такой, да, это, вернее, бордюрчик, плакатик, это были недавно ураганы, ветер бушевал, дождь был. Ну и круги, круги, это отличное изобретение цивилизации, которая была построена. Я вот говорил, что когда я въехал сюда, здесь вообще ничего не было, да, то есть в этот пригород Братиславы, а теперь вот настроили и круги порасширяли, они были вообще, то есть маленькие такие. Вообще круги — это классно, побольше бы кругов на тех же украинских дорогах, меньше было бы ДТП. Но вот вы видите, вот сбоку громадный комплекс Бор и Мол, достаточно сказать, что тут парковок только, по-моему, на 10 тысяч человек. Что-то еще строят, какое-то достраивают, расширяют. Там, кстати, если вы не видели видео, я видео снимал, там, кстати, есть и кинотеатр, и есть игровой центр, который оформил Microsoft в виде отдельной комнаты с состоящими Xbox'ами. Ну, в смысле игровыми, да, то есть как бы и One, и 360, каждый может прийти попробовать. Вот еще один круг, как вы видите, с разъездами на парковке, с отдельными вон карманами для выезда. Ну и, собственно говоря, теперь даже после заправки, сейчас всего лишь 8.12, если быть точным, даже после заправки за 10 минут я совсем управился, и мы едем дальше, выезжаем на трассу. Это трасса D2, которая идет и на Вену, и на
в ту сторону, если и на Украину, на Польшу, да, и с другой стороны она идет на Брно и Прагу. Вы видели видео, как я еду на Брно. Вот теперь вы сейчас увидите видео, как я еду по этой трассе D2 в другую часть, на восток Словакии. Кстати, я вот только что подумал, что то, что солнышка нет, может быть даже и хорошо, потому что я бы ехал на восток, а в результате все бы было бы засвечено. Сейчас я еще в одно место заеду, а именно куплю себе виньетку. Для тех, кто ездит по Европе, напоминаю, узнавайте, пожалуйста, какие условия проезда по скоростным автобанам. Только в Германии пока что бесплатный проезд по автобанам, а все остальные страны в том или ином виде собирают плату. Польша собирает плату непосредственно на трассах, причем получается дорого, а Словакия берет 10 евро за 10 дней проезда по трассам. Вам необходимо купить виньетку и наклеить ее на лобовое стекло. Аналогично делается и в Австрии, и в Швейцарии. Там то и в Чехии, да, там тоже нужно покупать виньетки. А вот в Венгрии необходимо более просто, да, купить как бы чек, это чек электронный, вас камеры сканируют, поэтому попасться в Венгрии намного больше вероятно, чем в Словакии, где камеры вас не сканируют и вы не записываетесь в базу. Такие вот дела. Ну, в общем-то, я уже подъехал, тут заправка. Да, виньетки продают на любой заправке на трассе. То есть, если вы въезжаете в какую-то страну, сразу поворачиваете на трассу, на трассе на первую заправку и платите. Опять же, хочу сказать, что вот в Польше, например, цена виньетки в Польше словацкой намного выше, чем в Словакии. Такие вот пироги. Вот я уже подъезжаю к заправке. Ну и смотрите дальше. Дальше будет дорога по Братиславе. То есть такая трасса идет по всей Братиславе, где-то на столбах, где-то по городу закрытые и тому подобное. Ладно, увидимся. Вот какие-то байкеры. Они ночные волки, не? Ищут косметичку. Нет, наверное, нет. Ладно, смотрите дальше. 8:20. Я купил себе виньетку и едем дальше. Как вы видите, тут выезд, и мы въезжаем в знаменитое место Братиславы, и знаменитое место этой трассы. Раньше трасса шла чуть-чуть сбоку и заезжала прямо в город. Туннель под названием Ситина, 1440 метров, прям как дней в году, минут в сутках. Лимит скорости 80 километров в час. И мы вот таким вот образом скатываемся по этому туннелю. И всегда здесь народ гоняет на самом-то деле. Особенно часто можно увидеть проносящихся вечером стритрейсеров. Я обычно ближе к ночи въезжаю, если через Вену куда-то возвращаюсь откуда-то через Вену. Я еду, получается, в другую сторону. Тут стритрейсеры гоняют, дай бог, и знаете, эхо создается такое конкретное, рев. Ну, тут еще и полиция при этом любит стоять, которая на выезде из туннеля сразу таких стритрейсеров ловит и загоняет в карман, где тут же оштрафовывают. А вот окончание уже туннеля. Эти 1400 метров или 1 минута видео прошла успешно, и сразу можно увидеть. Лимит скорости отсутствует. И сразу можно увидеть сбоку вот это вот зеленое насаждение, закрытые, правда, панелями. Там находится достаточно большой братиславский зоопарк, в который я никак не попаду. Ну, а чтобы вы понимали, почему именно это называется скоростной трассой, даже несмотря на то, что она проходит по городу, как вы видите, все съезды, выезды и так далее городских улиц полностью изолированы. То есть, если бы мне надо было съехать, я должен вот съехать в этот съезд, там есть большой карман с большим количеством полос и так далее, и поехать уже потом по улочкам, где работают светофоры. То есть, просто так пересекать с дорогой эта трасса с городскими улицами эта трасса не будет, что создает возможность, даже если ехать кольцом, то есть это примерно 30 километров вот от той точки, где я выехал, например, на другой части Братиславы, но ты проезжаешь намного быстрее, поскольку едешь все время
соточку, ну, 90 на самом деле лимит в городе, 130 лимит за городом, но ты едешь соточку и все классно, да, то есть бывает ДТП, да, бывают пробки, но словаки достаточно культурно, если смотреть на Street Racer, вот еще один такой вот комплекс развязок, да, то есть там уже набережная. Кстати, мы сейчас выезжаем на Дунай, на мост на Дунай. Кто думает, и вот гора, которая впереди, это уже Австрия, там чуть-чуть буквально территории Словакии и австрийские земли. Советский Союз откусил вот такой вот плацдарм себе на, получается, западном берегу Дуная для того, чтобы дальше, вот все это мост, да, для того, чтобы дальше иметь возможность наступать. И вот, видите, вот это немцы, кстати. Ну, а вот это уже австрийские земли, кто не понял, наступать на запад. Теперь еще одна развязка, и эта развязка как раз нам предлагает решить, если я поеду прямо, я попаду в Будапешт или в Вену, если поверну на право, да, или так, удерживаясь право, это будет, соответственно, трасса D1, уже не D2, которая ведет на Польшу и на Украину. Так что мы сейчас туда и поедем, вот так вот, взяв курс спокойненько по развязочкам. Ну, а я еще не заканчиваю с обзором Братиславы со стороны, скажем так, трассы, скоростной трассы. Трассу, кстати, слегка надо подлатать вот в этом месте. Смотрите дальше. Ну вот, собственно говоря, чуть-чуть совсем проехал, пару километров по этой развязке. Я выехал уже на трассу D1. Вы видите, она идет на Жилину, на Кошице. А вот это вот район уже полностью советский, Петржалка. Здесь было село, на самом-то деле, при Венгрии, при Австрии, Австро-Венгрии, да. И сюда даже ходил трамвайчик из Вены. А вы видите современные вариации этого села. Его застройка активная началась панельными домами при советской власти, да. Сейчас здесь тут комплексы выставочные, большое количество различных бизнес-центров, торговых центров. Вот все это сбоку. И опять же, как я уже говорил, как должна выглядеть скоростная трасса в городе, вот выезд с моста СНП, там он, его не буду снимать, камеру не видно, выезд с моста СНП, вот большой, да, то есть дорога полностью пересекается, один проспект фактически пересекает другой проспект, ну и плюс, как вы видите, городские улицы идут сбоку, там лимит 70, а мы идем с лимитом 90, ну, с торговой центром вы только что увидели. Такая вот она, Братислава, и буквально там впереди будет подъем на следующий мост. Мы делаем кольцо, да, мы захватываем Петржалку, которая находится на другом стороне Дуная, и возвращаемся назад к той части Братиславы, которая находится на основной части, да, центральной, и ее основных пригородов, которые находятся на левом берегу Дуная, на восточном берегу Дуная. Ну, давайте уже проедемся и по мосту. Здесь еще одна большая развязка, потому что тут то, что называется мост Аполло. Кстати, здесь такой прикол, если вы хотите куда-то здесь повернуть, да, надо было поворачивать там вот в самом начале, где я начал свой репортаж, иначе по-другому вы не съедете с этой трассы, и теперь надо ехать аж на другой берег. Ну, тут все равно все маленькое, это не то, что там мосты на Днепре в районе Киева или в районе там Днепропетровска, да, там. Я уже молчу про какую-нибудь Каховку, хотя в Каховке там тоже вроде, в Херсоне, да. Здесь мосты все-таки будут покороче. Вот еще один мост окружной дороги. Они успевают выскочить. Здесь, кстати, принято перестраиваться для того, чтобы пропускать людей. Ну, я особо и так никому не мешал. Все выезжают в правый ряд, в левый ряд для того, чтобы правый освободить на выезд. Ну вот снова Дунай. Он такой вот коротенький. Не знаю, что вы видите, кроме полотна трассы. Едем. И Братислава теперь у нас слева. Даже вон видно офис Microsoft. Висит вывеска. Надо
посетить, зайти в гости хотя бы, поздороваться, что ли. Ветер сегодня, кстати, погодка как-то так портится. Сколько у нас градусов? 14 градусов тепла, главное, чтобы не пошел опять дождь, вот эти проливные дожди с сильным ветром и грозами тут уже прошлись. Вот, собственно, опять же окружная, ну давайте я уже включу на выезде из трассы, бигборд висит до сих пор, реклама автосалона, видео с которого, я не знаю, видели вы или нет. Фактически 8:30 я уже выехал, сделав все свои дела, выехал уже из... реклама Volkswagen GTI Roadster. Автосалон Братиславский был, вот этот Roadster, там видео есть. Так что, кстати, напоминаю, что видео с моих других путевых заметок есть в аннотациях, есть в линках в описании. Так что смотрите. Ну, а мы будем ехать дальше. Полчаса, да, как я уже говорил, и я объехал всю Братиславу, уже успел, что-то ремонт устроили, уже успел заправиться, уже успел купить виньетку и уже фактически на выезде из Братиславы. Вот еще бензин продают, а тут, кстати, дорогой бензин. Ну да, это просто какая-то заправка, евро 30 за литр бензина, я заправлялся, напомню, по евро 25. Смотрите дальше. Кстати, действительно ремонт, вот обратите внимание, как люди делают ремонты, а я уже на выезде, тут вот еще один громадный комплекс торговый, вы видите Икею, сбоку находится Летиська, летище, это аэропорт Братиславы, очень большой, кстати, аэропорт, но с другой стороны никто не летает, потому что есть рядом Венский аэропорт, и в основном все рейсы выполняются с Венского аэропорта, но многие лоукосты, знаете, кому надо долететь там до Вены, можно долететь до Братиславы, а там дальше доехать за час 30 на автобусе или до аэропорта, либо до самой Вены, либо на электричке, тут ходит автобус между аэропортом Братиславы и главной станицей железнодорожной Братиславы. Тоже, как вы видите, да, все развязки сделаны так, чтобы изолировать пересечение трафика, если этого не требуется. Ну и вот сейчас Братислава здесь заканчивается. А что я хотел показать? Здесь идут разговоры о перестройке трассы. Но пока трассу не перестроили, в центре города, как вы знаете, мало кто живет, это не очень престижно считается, поэтому народ выбирается по таким вот райончикам, которые находятся либо в пределах Братиславы, либо вообще вне Братиславы, а утром, соответственно, те, кто едут на работу, устраивают громадные пробки. Поэтому, как вы видите, дорога здесь в две полосы, но дальше можно увидеть, что эта дорога превращается в три полосы, правда, лимит на ней не 90, не 130, а 110 по городу 90. А вот сейчас вот мы где-то тут и приедем, если, конечно, там не стоит полиция, потому что тут любят стоять. Ну вот, окончание трассы. Стоят, что ли? Окончание трассы Братиславской, да? Не, не стоят. И вот вы видите вот этот вот знак, о котором говорили большевики. Да ладно, куда ты? Блин, вот вам стритрейсеры, смотрите, пошли. А вон знак был, что будет три полосы. Вот так вот поступили, разлинеили дорогу, убрали хорошую обочину, сделали чуть уже полосы. Зато в три полосы можно ехать примерно 60-70 километров, а дальше все равно начинается двухполосная. Ну и опять же, а вот, кстати, советский еще, видите, сбоку полицейский, скажем так, зона полиции, да, милиции, полиция, проверка ХАИ. Сейчас никто так не проверяет. Ну вот то, что я говорил, полоса в три полосы, с 5 до 19, 110, и нам... не на Жилину, нам на самом деле на Нитру и Банско-Быстрицу, но ее пока что никто не видит. Ждем, когда здесь достроят еще одну-две полосы. Ну, а вы смотрите дальше, я уже буду снимать краевиды там, где это будет действительно красиво.
еще один ремонт на самом-то деле. Вот можно увидеть, как это все оформлено даже у словаков, да, то есть везде предупреждения, знаки. Сначала я уже не успел включить, когда было 100, зато когда 80 и тому подобное, типа везде вот отбойнички такие, то есть вы видите, как все притормаживают, полоса огорожена. И дальше, кстати, видать, начали таки ремонтировать. И дальше вы видите, что вы видите, как мы будем еще и петлять, то есть хитро задумано. То есть сначала согнали всех в кучку, а потом эту кучку загнали в другую сторону. А они таки расширяют. Такие расширяют. Они, наверное, здесь развязку решили достроить, потому что мы проезжаем то, что называется Сенец. Это такое, знаете, можно сравнить, если с Киевом, с Борисполем или Броварами. То есть здесь очень много людей живет из Братиславы. И, соответственно, эти люди каждое утро ездят либо по трассе, либо есть бесплатная трасса. То есть, чтобы вы понимали, да, всегда есть еще одна бесплатная дорога, которая дублирует основную трассу, но она идет по селам, по виденным уже вами кругам, где вы, соответственно, даже если разгонитесь на каком-то участке максимум 90, то точно средняя скорость у вас будет не выше 50. А здесь вы все-таки можете поехать 110, зато за деньги. Ну, годовая, на самом деле, виньетка стоит не там 300 евро, да, если 10-дневная стоит 10 евро, то месячная стоит уже 15 евро, полугодовая, по-моему, стоит что-то около 30 евро, а годовая стоит в начале года 70, а потом падает. И сейчас она вообще, по-моему, меньше 50 евро будет стоить, если покупать. Ну так вот, как вы видите, мы продолжаем ехать, всего ничего, все хорошо, как говорится. Трафик довольно плотненький. Сегодня 1 мая. Словаки, я так понял, решили поехать отдохнуть, посмотреть мир и тому подобное. Чего же это делать только в 8 утра, не ясно. Но с другой стороны, понятно, что я чуть-чуть подзадержался с выездом тоже. Ладненько, смотрите дальше. Увидимся. Ну вот как раз у нас и 9 часов. Дорога здесь расходится, и вот эти три полосы, которые были размалеваны, сейчас пропадут. Почему? Потому что дальше дорога идет на частично Жилину, частично Нитру, и мы съезжаем с трассы D1, и дальше начинается трасса Е58, но на самом деле она тоже числится как единичка, только имеет название R1. Вот мы на нее сейчас поворачиваем. Дальше будет опять-таки хорошая двухполосная трасса, если не считать вот этого куска, который показывает, что здесь скоростная трасса пока что закончилась. Но это буквально вот для развязки. А с другой стороны, у меня за спиной остается то, что называется Трнава. Там стоит атомная электростанция. Кстати, так же как Чернобыль недалеко от Киева, так и эта Трнава, Трнавская электростанция, находится недалеко от Братиславы. Все-таки там промышленный центр, питание этого промышленного центра, зачем далеко тянуть? А вот знак 80 я, конечно, шутки не понял. Хотя должно быть, по идее, 130, какой-то ремонт. А, они, наверное, меняли отбойник. Надеюсь, это не по всей трассе, а только частично до момента, пока тут этот ремонт не закончится. Ну что ж, дальше мы по этой хорошей взлетной полосе, да, вам все время по этой белой полоске едем. И так, проезжай, давай, молодец. Едем дальше
на Банскую Быстрицу, оттуда на Ружимбора. Кстати, там будет интересная такая развязка, поскольку мы будем проезжать через Донавалы, один из крупнейших горнолыжных курортов Словакии. Не путать с Попрадом, в Попраде отдельная история. Ну, в общем, в любом случае, смотрите дальше. Ничего там интересного по дороге, может, и не будет, поэтому я буду просто включать через час видео для того, чтобы сейчас 9, включим 10. Кстати, проехали мы 65, ах, вот почему было 80. Проехали мы 65 километров, что средняя, да, скорость за час весьма-весьма маленькая, учитывая, что мне ехать 700 километров, но это потому, что мы заправлялись, мы останавливались, покупали, мы ехали по Братиславе, да, а теперь мы вот сейчас придавим, да, до 130, которые здесь разрешены, как вы видели, знак окончания запрета на 80 только что был. Да, видите, все-таки не скоростная трасса, поскольку обочина такая вот узенькая. На той первой трассе обочина была самая прикольная. Ну что, джип, ты разгоняешься или нет? В большинстве своем словаки не гоняют, они вот плавненько так разгоняются, и для них превышение, ну, в принципе, превышают все на 3-5 до 10 километров, а это уже после 5 километров вас могут оштрафовать, до 5 километров это уже на усмотрение полиции, насколько полиция, скажем так, вам лояльна, то есть вместо 130 ехать 135 вполне нормально, ну, а мы ехать быстро не будем, потому что есть и пассажир, и, соответственно, машина груженная, поэтому зачем лишний раз бензин, все равно до вечера надо быть во Львове, да, просто до вечера. Ну, в общем, по таким вот хорошим, красивым, как вы видите, местам и дорогам, без всяких ям, выбоин и тому подобное, мы и будем сейчас ехать следующие до Банской Быстрицы, 154 километра, то есть примерно через час я включу снова видео. Покажу вам Банскую Быстрицу. Смотрите дальше. Вот и подошла к концу поездка, с одной стороны, с другой стороны, поскольку, оказывается, я наснимал на 2 часа 30 минут, то я наверняка буду их бить на 4 части, поэтому это видео вы увидите каждый раз, когда будет заканчиваться та или иная часть. Ну, надо же было сказать вам до свидания в каждой части, напомнить, чтобы вы подписывались на мой канал, чтобы вы ставили лайки, чтобы вы писали комменты. Если вам нравится мои такие формат путевых заметок, я обязательно буду записывать еще, еще и еще. Я тут в частном секторе Львова, да, ну, почти частном секторе Львова. Вот, соответственно, всего хорошего. Помните, что к этому видео, если вы его смотрите первое, наверняка есть еще второе, третье, четвертое. Если смотрите какое-то другое, то есть первое, второе, третье, четвертое. Если смотрите последнее, смотрите предыдущие. И все это вы найдете в описании, либо в аннотациях всплывающих. Я не зря их там добавляю. Добавляю только для того, чтобы это было вам интересно и полезно. Такие дела. Ну и, конечно же, увидимся. Смотрите мои другие видео. Ой, коты, 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 коты дерутся. Смотрите мои другие видео, посвященные не только путевым заметкам, ну, подписывайтесь на канал, всегда рад новым подписчикам, всегда рад адекватным комментаторам, задающим адекватные вопросы и пишущие там пожелания, типа, снимите еще там-то, там-то и там-то. Ну, вот, кстати, пока я буду в Украине, я постараюсь снять видео из Харькова, Одессы, Днепропетровска и, как я уже сказал в этом видео, из Львова, ну, может быть, еще и из Киева. Так что планов громадье. Увидимся. Счастливо. С вами был я, Игорь Шаститко. Смотрите мои видео.